Вот это наши идущие спектакли, наши парики. В коллекции Русского драмтеатра имени Горького 50 разных париков, шиньонов и бород. Их все сделала постижер Татьяна Голикова. 18 лет она часами расчесывала, сшивала и, словно играя на арфе, пальцами перебирала нитки на станке. Шьется монтюр, потом на монтюр набивается. Или вручную мы дергаем, или вот такое, это получается тресс, который мы набиваем на нитку, потом пришиваем к парику. Плетется косичка, чтобы он не расплелся. Тут надо знать каждый поворот каждой нитки и волос, чтобы она не торчала, не вылезла. На создание парика уходит от 2 недель до месяца. Постижеры отдают предпочтение натуральным прядям. Чаще всего используют человеческие или конские волосы. За ними легче ухаживать, они не плавятся от горячей плойки и бигудей. Вот это идет для бороды. Мы вот так набиваем, получается газ. Или сетка, есть разные виды. Набивается и потом дергается крючком все. Вручную. По одной волосинке. Да. Таким образом, сделать бороду можно за 2 дня. На усы мастер тратит около часа. Перед спектаклем главная задача гримеров и постижеров – быстро и качественно создать для актеров новый образ. Засекаем время, посмотрим, за сколько управится со мной. Чтобы перевоплотиться в главную героиню пьесы Лермонтова «Маскарад», понадобились невидимки, резинка для волос и ушки. Так на театральном сленге называют этот вид шиньона. Ну что, 10 минут и готово. Теперь можно сказать, что я выгляжу практически как Нина Арбенина, только платья не хватает. 10 минут далеко не рекорд. В паре с коллегой Елизаветой Татьяна меньше чем за час собирает целую труппу актеров. И это при том, что каждому нужно сделать профессиональный грим. Он должен быть плотный, чтобы он не стекал, чтобы все было равномерно, не было никаких складок. Вот. Для освещения на сцене тоже это очень влияет. Делаем специальные гримы, если надо застарить, если надо замолодить немного. Грим должен быть четким, ярким, очень плотным, чтобы из дальних рядов было хорошо его видно. Если обычный макияж нужен, чтобы украсить человека, то грим помогает изменить внешность или расставить акценты. Дольше всего держится аквагрим – специальная акварель для лица. Нарисовать можно все, что угодно, а смывается простой водой. За кулисами есть место, оно называется карман сцены. Сюда перед спектаклем приносят парики и костюмы, чтобы во время постановки, не теряя времени, в максимально сжатые сроки актеры могли сменить образ. Сейчас найти специалиста в этом деле непросто. Гримеры-постижеры в театре – одни из самых ценных сотрудников. Они не только работают в цеху, но и знают анатомию, историю и могут создать актеру образ героя любой эпохи. Татьяна Балыкина, Руслан Хохлов. Утро нового дня.